За мужество и героизм при обороне Мариуполя. Запорожский боец, участник АТО, получил орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. Высокую награду воину вручили в облвоенкомате. Грамотами и медалями военные отметили и других бойцов, а также волонтеров. Он встал на защиту Родины в мае 2014 года. Тогда жителя Энергодара Владимира Егорова призвали на службу по мобилизации. Вместе со служивцами командир взвода 23-го батальона отправился в зону АТО. Там нес службу на блокпостах, участвовал Владимир и в бою за Мариуполь. Говорит, тех дней ему не забыть никогда. Ну, бой был очень тяжелый. Это были первые потери наши, 2/200. Бойца, 7 человек раненых, 300 было. За оборону Мариуполя Владимира Егорова наградили орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени. Награду воину вручили в облвоенкомате. Сам боец рассказывает, уже демобилизовался, но службу не бросил. Ушел по контракту в Нацгвардию. Есть опыт боевой, хотелось его передать более своим подчиненным. После этого люди приходят, большинство пересматривают свои жизненные взгляды, начинаешь больше ценить жизнь и больше радоваться каждому дню. В облвоенкомате рассказали о нынешней ситуации в зоне АТО. По словам военного руководства, сейчас там находится порядка 3000 запорожцев. Отмечают, сейчас ситуация относительно стабилизировалась, но условия перемирия по-прежнему нарушаются. Зараз дуже багато зроблено керівництвом нашої держави, щоб таке перемир'я вона продовжилась, але порох потрібно держати сухим, тому що ми знаємо, як може цинічно поступити агресор. В умовах перемир'я потрібно підвищувати свою обороноздатність, військову дисципліну, порядок, тому що ми повинні готові по першому наказу виступити і захищати свою батьківщину. Также в облвоенкомате грамотами и медалями наградили других воинов АТО и волонтеров.